Друзья, мы снова в Маршалс, но в другом. Мы на какой-то другой плазе. И в этом я Маршалсе впервые. Я в том была несколько раз, в этом нет. В этом первый раз. Он побольше и поцивильней. Побольше, выглядит как будто поменьше. А что, почему поцивильней? Они все довольно цивильные. Нет, не все довольно цивильные, но здесь прям как-то так. Do not enter. Встали. Видишь, сразу и выбора побольше. Door. Вон, видишь, open. Так. Ух. Побольше. Ой, посмотри, даже рюкзак. Ой, давай только не будем здесь останавливаться. Нет, сейчас не буду. Я просто хочу показать о том, вон, что... Вон, обувь, пойдем еще заодно глянем. Да, вдруг обувь. Еще... Посмотри, насколько здесь больше выбора по рюкзакам. Всех да, распортали. Слушай, да. Да, наш какой-то дурацкий, смотри, по сравнению с этим. Слушай, а может, о, крутой, взять? Смотри, какой классный. Смотри. Что? Маша такие уже не носит, ты что? А чего она носит? Простите. Ну, у нее там уже все там. А вот это что ты увидела классный? Вон первый самый. Ну, я уже люблю сказать. Сейчас я тут зависну. Классный, но он не сказал попал. Классный, вон тот потемнее, вот. Еще лучше даже. А вот смотри, какая спина жесткая, да, ой, хорошая. Да, вот этот вообще, смотри, вот этот крутой. Вот надо, какие котрюхи. Элси. Вот они наши, которые мы сейчас взяли. Вот такие, вот они легкие прям. Ну, а размер такой есть? Ну, девятка, но я думаю, десятка по-любому. Вот такие вот самые классные, вот такие, ну блин, они вот все на шнурках. Вот смотри, вот ее. Это ее? Ну-ка. Да. Вот попробуй. Что ты сразу сюда не привез, а? Это маленький, надо 12-й. 11-й. Надо 12-й. Ну-ка, позырь-ка там 12-й. Ты уверен? Угу. Вот эти прикольные, видишь? Классные, да, вот эти прям гораздо и они, лучше. Да, и они, видишь, как, ну. Ну-ка, посмотри-ка там 12-й. 12-го. Чуть-чуть. 11-й нет. О, вот легкий, вот о, это вот а невесомый вообще. Какие. Не весит ну-ка ничего. Ну-ка посмотри-ка вот это вот. Даже цена побольше. Почему там-то таких не было, и вон такая же стоит. Вот они, шейки. Посмотри-ка размерчик, Вовик. Думаю, будет ее размер, наверное, да. Ну тогда поехали, тебе вернем нафиг. Давай мы возьмем. А здесь их нельзя оба, сдать, как а ты думаешь? А померим? Можно, по-моему. Слушай, а можно здесь, правда, в этом маршруте? А мы сейчас спросим. Давай. Я тоже не знаю. Потому что вот это удобно и одевать, и они очень легкие, просто вообще. Они прям, да, легкие. Классные. Вов, вот эти надо взять ей. Думаешь? Угу. У меня есть? Я именно такие искала. А вот эти на примерно, тебе, да, но они маленькие, Вов, мы же посмотрели, маленький размер. Ну-ка, подожди-ка, у меня есть лапка. Лапка. Да. Вот это она, ее, видишь, Вов, ее размер, да. Да, да, это ее размер. Они прям реально легкие. Да, да, Вов, да. Точно, вот и эти берем сейчас. И такой платформы большой, да? Точно берем. Я предлагаю, знаешь, что взять? Давай так, давай сейчас возьмем оба, обе пары. Померим ей на лапку, посмотрим ее, как, ну, чтобы она поехала. И тогда сдадим какие-то. Ну, завтра какая что-то сегодня сдадим. Или завтра сдадим. Ну, давай, окей. Ничего не играет роли. Угу. Так, что, давай, ну, берем, какая одни. Коробка была. 11-й. Так, а это все пацаны. Ой, классные Майкл какие покажи, пацаны. Покажи. Тоже. Вот, смотри, Майкл Корс, ну, для тех, кто... Моды заморачиваются. Ты они... мог меня сразу в этот Маршалс привезти, а? Слушай, ну какая разница? Да, а вот классный. Смотри, какие. Угу. Не, беленькие нет, Вов. Ну они очень прикольные. Ну, тяжеловатые. Нет, Вов, нет. Так, да. Привет. Пацанов тоже крутые. Слышишь? Сила, легкие. Так, не-не-не-не. Вот классненькие какие. Вот эти очень жарные, мне нравятся. Вот эти вот такая вот форма, они самые удобные, самые легкие. Пумочка. Что такое цвета? Это вообще очень хорошие. Ух ты, классные. Так, пошли дальше искать Катюндри. Веселые сумочки. Так, ну что, пойдем быстренько в детский отдел тогда очередной. Друзья, вы только посмотрите, какие классные костюмы пацанячи. Супер вообще просто. Класс. Смотрите, какая прелесть. Вау, NBA. Классные. Чемпионс. Девочки. 7-8 наш размерчик. Джастис, друзья. Джастис, который ближайший отсюда только в Майами. Что? Посмотри, какие носки офигенные. Да мы взяли нормальные носки. Посмотри, какая пачка. Лена, здесь их... Не поверишь, здесь их 8 пар, стоят они $7. Это Under Armour, смотри, какие. Ну, я понимаю его. Может, взять Кити? Еще одни? Мы столько ей набрали уже носков. Штанишки. Так, нам лосины нужны, конечно. О! Друзья, кажется, я нашла то, что искала. Вов, наконец-то я нашла
Ну, слава ей богу, лосины. Да, кстати, прикольные. Да? Ну-ка, размерчик. Да. 7-8 лет, да, это наш... То, что нужно. А вот прям. Джастис, кстати, твой. Везде. Да, но это штанишки. Ну да, нет, ты возьми подержи, эти. Подержи, пожалуйста. Давай. Ан, давай на себя повешь. Я тут, правда, себе еще прикупила футболочку. Как всегда, с ребята, штанишками. Серые штаны. Ой, ну зато какие, блин. Давай, я покажу, давай. Покажи всем. Да, а, Шиза косит наши стройные ряды. Я воевал, воевал, в итоге, не смог я отвоевать. В общем, он сказал, что опять купит себе серые штаны. Да. Ребята, это просто какой-то крындец. У нее вот эти, вот эти выходные есть черные, это на выход. И крутые, есть, да? Вот эти серые. Класс, да? Вообще, они так сильно отличаются от всех остальных твоих. Это настоящие серые штаны. А до этого были псевдо-серые. Это дома. Да, как вы понимаете, home style у нас, в общем. Ходить, дома. Ну и в принципе. Мой любимый стайл, да. Ой, блин, вообще сил моих нету. Я просил купить что-нибудь другое, но нет. Она говорит, специально буду одевать именно эту одежду. Хватит, думаешь? Нет, я не знаю. Я думаю, что, наверное, ну как минимум надо 4 штуки взять. Я тоже так думаю. А может быть, ей еще какие-нибудь типа штанишки взять, именно не лосины, а штанишки такие, которые, ну, как тебе сказать, как костюмчик. Ну, вот как Джастис только что смотрели. Да, типа вот, ну, как Джастис смотрели. Ну, я бы вообще какой-нибудь ей костюмчик. Просто на самом деле у нас через дорогу торговый центр, где можно купить вещи, конечно, с выбором побольше, а вот не вот это вот стоковое. Я бы костюмчик взяла. Стоковый. Да, вот костюмчик. Вот, кстати, вот такие у вот. У нее был костюмчик серенький, но... Только надо побольше размер. Джастис. Но это ей подойдет? Наш размерчик $6. Подойдет ей? Да. Ну возьми. 8. Возьми, да. Возьми, да. Так, а вон там, Лен, вон там, по-моему, что это такое? Целая полка висит там. У Джастис тут всего навалом. Так, вот это что такое? Лен, иди сюда. Лен. А не хочешь ей джинсики вот такие, которые на резиночке, которые, смотри. Вот они. Хорошо. Вот они, целая полка. О, вот. Да, классные. И вон там он целая полка, но там штанов висит. Они по от 10 до $17 стоят. Да, ну вот с коняшками я не уверен, конечно, но хотя что-то в этом есть. А, они двойные. Да, здесь по два. Ой, ну прикольно, а чё? Они как будто, да, специально потёртые. Ну да, как будто уже их поносили. Возьми, попробуй, да. Может, на 6 лучше сразу? Ну чё, куда она там, тщедушная тельца? А это вот широко, куда мы это оденем? Так, ну, это явно большие, Лен. 12,99. Это явно большие. Нет, они небольшие. Все хорошо, большие. Вот смотри, целая полка штанов. Вот, леггинсов, смотри. Ой, может, есть уникорная? Вон, смотри, красивая. Вот, Лен, вот красивая, вот удлиненная. Вот, вот девочки, вот. Вот. Ну, без рукавочек Лестис. Не хочу брать. Ну, без рукавочки, вот да. Вот такие туники, да? Лен, а вот смотри, сплошные штаны. Вообще, да. Все леггинсы, всея мира просто собрались здесь. Ну, что это такое? Ой, ужас. Кстати, это под... Капец. Ну, они теплые, знаешь, они прям теплые. Нет, вот следующие, посмотри. Ну, я взяла такие Джастис. Нет, вот следующие. Такие, вот, да. Вот серенькие, посмотри, вот с какие-то... Серенькие с черненькими. Да, они... Да, только... Авесом, авесом. 7-8, слушай, нет. Awesome. Слушай, ну вот 7-8, да. А здесь нет подушек с гробами, не тот магазин вообще. Я говорю, все по-разному. Каждый Marshalls отличается от другого. Здесь нет подушек с гробами. Там были, а здесь нет вообще ни одной. Почему-то. Странно. Не в тренде в этом магазине. Хотя мы проехали, чтобы вы понимали, ну, буквально минут, блин, 7. Смотрите, сколько для собачек. Офигеть. Ой, смотрите. Для все для собачек. Для наших собачек. Уф. Чего ты нашла? А немножко видишь, Лена затарилась. Двойные. Я сейчас выберу просто. Тоже двойные, ну, двое. Под футболочки. И вот пару длинных туничек. Ну, надо, чтобы с рукавами. Лен, а вот, кстати, здесь есть с рукавами. Слышь, Лен, ну смотри. Да, с бабочкой, правда, какой-то. Стрёмный. Да, а вот дикий Нью-Йорк, смотрите, какое для девочек. Лен, посмотри, какое платьице, какая-то удлиненная, дикий Нью-Йорк. Да, смотри. Да, Дона Каранин. Да. Такая, да? Это не это так прям как платьице, видишь, такое. Его вот с леггинсами самое... Да, очень. Да, классная. Возьми. Возьмем? Возьми, конечно. Это на 6? Там да, оно, сколько оно стоит? Было? Вот прям давай покажем людям. Оно одно такое? Нет, это старая цена. 9. А вот, да, вот сейчас оно $10 стоит всего.
Ну, дикий Нью-Йорк, слушайте, ребят. А в некоторых школах, кстати, нельзя брендовую одежду. Бывает такое у нас, в принципе, судя по тому, как мы увидели, пофигу. То есть можно любые. Вот тоже, смотрите, какие прикольные костюмчики. Вот мы их видели в Таргете с вами, а здесь они есть. Вот, вот Nike тоже, как серые штаны, Лена, которая любит детские, только стоят $13. Ну все, в принципе, по что-то там, вот шортики, смотрите, детские, по $6. А вот это вот Champion, вот такая с розовой, ну черная, конечно, розовая, стрёмная. А, внутри со штанишками, да, это прикольно, здорово. Ну, в общем, можем поотрываться, ребята. Теперь одевать ее. Теперь хоть есть куда. Все, все переживают. А возьми юбочку одну, Лен. Сейчас я просто смотрю, что под нее. Возьми. Мы же штаны все брать не будем, всю пачку. Мы штанов возьмем там пару вариантов. Да, возьми юбочку, Лен. Возьми вот та юбочка. Можно вот горошек взять. Лен, вот это. Короче, ну, белая, наверное, не надо. Ну, не знаю, а что, и белая там, господи. Раз в неделю одеть, чтобы просто... Они же каждый день что-то новое, Лена, одевать. Она же не будет в одном и том же ходить. Я считаю, надо тебе на неделю, чтобы тебе не стирать постоянно. А мы с Кисой зашли, слышишь? Зашли обувь выбирать, когда там не было просто ничего такого выбора. Она увидела блестящие туфли. Папа, я хочу такие туфли. Я говорю, Кис, давай попозже, но будет модница, это точно. Нет, каблуков не было, она просто увидела блестюшки, сказала, хочу блестюшки. Смотри. О, дикий Нью-Йорк тоже, смотри, какое прикольное, штанишки. Смотри, вон там внизу, видишь? Это как у дикий этой. Дикий Нью-Йорк, класс, все как Катя любит наша. Да, все как так, Катя любит. Так, был $48, сегодня $14.99. $14 за костюм, ребят. Беленький, посмотрите. Правда? Не, ну а что? Слушай, может один такой костюмчик взять? Мы же хотели беленький костюмчик один взять. Ну, беленький, блин, даже не знаю. Ну, а что, Лен, ну, что там она а прям? Есть еще какой-нибудь цвет? Лен, да давай беленький возьмем. Ну, убьет, убьет, $14. Слушай, его можно покупать каждый Ой. Месяц. Да, сейчас. $14, блин, это бутылка вина. $14, вот это беленький, беленький. Ой, убьет. Вот Under Armour тоже, смотрите, какая кофточка прикольная. $15 стоит. Замок такой хороший, да? Капюшончик. Да, и капюшончик еще есть. Ну. С любыми лосинами, с любыми штанишками. Угу. Ну, сейчас все посмотрим. Так, сейчас давай тогда. Все, Лен, остановись мгновение, ты прекрасна. Выбрать, просто сесть. Ой, тоже, да, дикий Нью-Йорк, смотрите. С лосинами, да? Да, с капюшончиком. Здесь сколько приятный стоит? Давай посмотрим. На 5 лет. Там. Вот здесь, давай покажем. $10 вот такая это стоит. На 5 лет, она маленькая. Ой, тоже розовенькая, прикольная. Мы серое взяли такое же, вот да? Мы, есть да, розовое. Да. Ну, это, я не знаю, на 7, это, Лен, это большевато. Это 7 лет. Это да? Большевато. Ну, сейчас я посравню, какое. В общем, я скажу так, у нас в городе 3 Маршалса и 2 Росса. И можно просто проехать и все. Мы вот сейчас только в 2 магазинах побывали, на самом деле. Мы больше не поехали. Вот во втором мы нашли уже побольше выбор. Сейчас Джастин Бибер прилетит. Какой? Куда? А, который играет. Ну, ладно. Ну, ты наложишь какую-нибудь музычку. Дурацкую. Такая песня. Все, давай. Слушай, а я хоть снимал до этого, чуть не понял. Ты не снимал? Не знаю, вроде снимал. Ну давай, ладно, потом разберемся. Значит, мы купили Кате еще одни кроссовки. Сейчас я пок... вот эти мы показали. Это ее следок, который я обрисовал. Так, платьишко с карманами. Класс. Офигенное. Так, ну положи, посмотри, чтобы... Мне кажется, оно большевато ей всяко. Оно я прямо большое. А там вот какой? Вот это ее, да. 7, а это 6. Вот 6 ее, да. Оно и то и будет немножечко так, по-моему, великовато, нет? $10. Короче, бери серое, потому что оно просто, ну, действительно. Потому что у них разница небольшая. Большая, Лен, по плечам, небольшая. Поэтому большая. Тут, ну, видно, посмотри, ты уже на Машу почти. Длина практически та же. Ну, ей не понравится серая, я боюсь. Понравится. Туда розовые лосины вниз оденешь, вон тебе, вот и все. Я подумаю, еще положи сюда. Лосины с вот такой вот кофточкой. $14.99. Это муфточка. Ой, как Кате вот это понравится. Ну, это хорошо. Вот вообще... Бери, вот это вот бери. Белое костюмчик. Меня смущает. Лен, да это $14, что смеяться, ну. Ну ладно, давай возьму. Сейчас, тем более, тем здесь... более будет прохладно. Да, и капюшон, осень, да. Зима, прохладно у нас будет. У нас будет целых... Зимой они вот так будут. Да, 18 градусов. У нас старший да. Вот такой, ты что? Да у нас старший, понятно. Так, вот это пока точно все берем. Вот это берем, 2. Это под вопросом. Так, кофточка.
кофточка. Это? Ну, единственное, она широкая. Катя, у нас узкая, точно нет. Угу. Так, юбочку берем? Берем, если да. Ну, она ей страшно понравится, да, с шортиками тем более, юбочка, конечно. Юбочка 5,99. $6, да. Конечно, берем. С кофточкой, вон вот с той, вот с этой вот. Да, будет очень... с футболочкой. В общем, да, вот берем. А это нормально, думаешь, да, будет с такими, да, рукавами? Да, ты ее размешчу. Красивенько. Так, это стоит $6. 5,99. Ну, клади. Слушай, ну это школа прям. Это школа, школа. Здравствуй, школа. А, давай, ладно, клади. Клиничка прям. Она, это, она и с лосинами хорошо. 7,8. Угу. Это прям готовый как пачка с лосинами. Это с лосинами. Да, с лосинами. Ну, берем, бери, такое? Да, бери. $6 тоже. Бери, бери, что-то все по $6. Что смеяться? Угу. Так, ну вот это точно. Да, юникорны любимый наш. Все, да, $6 тоже. Юникорны наши. Угу. Берем. Берем. А с лосинами точно сейчас вот. Я тут зависну. Так, это знаешь, что это, видишь? Ну, короче, вот. Бери, бери эти цветастые цветы. $5 стоят эти лосины. 4,99, я смотрю размер. 6 лет. Ну, это ее. Это прям ее размер. Короче, сегодня шопинг у нас. Это вот под что угодно. Да, да, согласен. Под оба вот эти вот. Ну, так, вот это я не уверен с вот с этим лет. Цветом. Вот мне вот это не нравится. Цвет какой-то не понятный. Серьезно? Она под белую футболку вообще шикарно. Он же девочка. Вот. Ну, я не знаю. Мне не нравится. Это как вываренная грязь какая-то. Ну, это же для девочки. Короче, положи пока вот туда, вот в третью кучку. Это, давай. Ну, ты хочешь только серые, что ли, взять? Серые и черные. Почему? Вот же. Ну, вот девочки же любят разноцветные волосы. Хорошо, волосы. Хорошо. Ну, так, окей. Эти стоят 7,99. Ну, $8. Джинсы. Ну, я за то, чтобы взять. Я тоже, мне нравится такой тип. Да, тем более тут агатьки. Тут можно подворачивать под кроссовочки, можно не подворачивать, да? Угу. Джинсики, джинсики. С любой футболкой, кстати, с любой кофтой. Вот сюда кофта. Ну, давай, хорошо. Окей, давай. Сколько они стоят? $12.99, двое джинсов. $13. Ну, давай, бери вот это. Ну, да. Ну, каждый день ходить, конечно, они застираются, через месяц, да, уже их надо будет выкидывать, да, и уже новые покупать. Да. Все, и бери свои эти дурацкие эти. Вот Лена и Мила, видите, готовят. Ну, жарю все время. Я вот вообще, это что попало, Лена, вот просто. Это даже я бы постеснялся одеть. Честно говоря, с собакой гулять. Я дома хочу с такой ходить. Чего ты, ничего не понимаешь. Это вообще жесть, просто жестяная. Так, это оставляем. Да, это давай я повешу. О, капец, ребята. Кроссовки не забудь ее. Так, ну что, ребята, вот такой у нас шопинг. Сейчас посмотрим, на сколько у нас теперь денег это все дело выйдет. Я понял, да. Смотри, какие крутые. Потрогай просто это. Да, вы знаете, очень. Вообще. Очень. Вот это вот прикольнее, чем Under Armour ты взяла. Вот это очень крутая футболка. Да, пойдем. Там такой не было. Все, пойдем, ему не надо никуда. У нас Лаврушев как не выходит, так и не выходит. Все. Лена, ты у нас все. Пойдем классные шмотки покажем. Пойдем. Какие классные шмотки они покажем. Какие классные шмотки мы можем вам показать. Я поправился. Я поправился. Вот должны быть, мне кажется, туфельки такие, прям все, чтобы как что. Еще это, блин, все время как-то какая-то. Ну, не знаю, у всех свой стиль, конечно. Я тоже иногда хожу, как этот пастух из Албании. Легкие шорты надо взять. Смотри, какой крутой. Ты потрогай просто. Крутой. Какое. Ты потрогай просто это. Не, да, здоровский набор. Что стоил $15, да, кстати. Вот такой же набор. А, это нет, это просто Пума. Она с принтом. Классная. Вот это очень классная. Да, все хорошо, но мы пошли. Вот NBA целая серия, ребята, эти баскетбольные. Ну, не знаю, хотел Лёве, но с Лёвой надо мерить, это явно. Я бы ему взял шортики немножко другие. Вот эти неплохие вроде так-то. Lucky Brand. Lucky Brand, это дорогая, кстати. Вот это Lucky Brand, очень дорогой бренд. Какой? Lucky Brand называется. Ой, какое качество. Ну, он, да, он даже, смотри... Нашему Лёвику в школу, да, даже пойдет. Ну, в школу вряд ли, но... Что, одного цвета? Lucky Brand, это очень дорогой бренд, вообще, на самом деле. Ну, вот они сейчас стоят $10 всего. Давай, кстати, возьмем вот такие шорты, пускай носит их. Да. Это его размер вообще, удобный, как ты думаешь? Да, да, это его. Я вот вижу, что его. Мать здоровая, все, что нужно, да. А смотри, здесь ему, его, да, нормально? Его размер. Не узковато ему будет, нет, Лен? Нет. Это S-ка, нет, ему надо медиум, хорошо, Лен. Хорошо, посмотри, мы. А, наверное, такое. А здесь вообще ты в S просто находишься, вот оно. А, вот это S. Вот здесь, блин, ну это надо с ним, конечно.
Вот шорты ему точно плевать, все-таки классные шорты. Ну да, а это что-то другое. Просто тот лаки стоит, чтобы ты понимал, $10 сейчас со скидкой. Так я тебе возьму, давай. А? Но ему... Не-не-не, это не его талия. Лена, нет, это не его талия. Вов, я знаю, не это не его талия, она ему узко будет, прям он не будет ему впритык. Его талия, 100%. Вов, ты что, я его вот так вот обнимаю за талию, подхожу, она вот такая. Вов, если что, нам все равно там кроссовки возвращать. Столько, конечно, прикольных здесь штанов всевозможных. Смотрели? А я тебе там же только что такие же показала. Это знаешь, это вот берешь эти шорты, они вечные, Вов. Это Элька. Да, я понял. Меня в них и похороните, как говорится. Стоило 25 баксов. Угу. 9,99. Никакой очереди, обратите вот внимание. Вот, и с ней ничего не будет. Нет, естественно. Лена, возьми себе вон хотя бы этого. Такое, вон я Томми. Я хочу вот такую. Ну, что попало? Ну, серая, никакая, бесформенная. В отделах самые крутые вещи. А почему у нас у баб какая-то херня вечно? Вот классная, смотри какая. Вот это да, я понимаю. Вот это возьми себе вместо этой серой дурацкой Adidas. Это уже 3 будет, дорогая моя. 12,90, а стоила она $35. С ума сойти. Прямо сегодня праздник. Каждый день здесь праздник, ребят, на самом деле. Чтобы вы понимали, тут, когда прорываешься сюда, начинаешь понимать, я вам покажу вот здесь мужские полы, которые я тоже себе здесь покупаю. Здесь есть Michael Kors, например, и прочее. Тут прямо бывают такие ценники смешные. У нас, знаете, как удобно? Я набираю себе вот такие вот шмотки. Я беру оверсайз, и в мужском отделе мне страшно нравится. Так это даже Вовик может носить. Да, конечно. Вовик носит прям. Я вам скажу, что сейчас девочки все отберут, и просто собакой будут гулять в этих одеждах. Это так и будет. Вот смотрите, поло Ralph Lauren. Кстати, дорогая одежда тоже, $35 стоит. А она до этого, вот жалко, здесь нету предыдущего ценника. А, вот 95 она стоила. У нас Лена любит сначала захламиться, а потом расхламиться. Но дело в том, что захламляемся мы за деньги, а расхламляемся бесплатно. Нет, рюкзаки мне прям не покой не дают, такие клевые есть. Но Лева выбрал. Нет, ну тот тоже хороший. Перри Эллис. Слушайте, такие рюкзаки прям, ого-го, прям. Прям такие мощные. Можно и с ними и путешествовать. Ну, прям реально такие, знаете. Офигеть. Знаете, сколько они стоят? $30 всего. Ну, прям. Прям вообще. Ну, мне вот эти нравятся. Ну, покупай вот эти. Возьми себе их. Вот возьми их себе. Я тебе говорю, возьми Маше, если не Маше. Смотри, давай так. Вот привези их, если не понравится, будешь ты носить. Ну, давай так сделаем. Давай, бери тогда. Вот твой размер ты мерил. Еще раз только все померяй. Давай. Это девятка, Лен. Если они... У меня девятка сейчас. Они реально маломерят. Ну тогда нет смысла. Вот ты тогда и бери девятку. Потому что... Пойду к зеркалу подойду. Нормально? Классические, офигенные кроссовки. Мне очень нравится. Это мой стиль любимый. Эти тоже прикольные, не знаю, может. Очень удобные. Ну. Да? Угу. Шикардосина. Не, я люблю такие. У меня такие Рибок все мои. Рибок. Все мои 33 пары. У меня много кроссовок всяких разных. Да, так и сделаем. Так и сделаем. Я подозреваю, себе ты их и оставишь. Да, да, шикарно, шикарно, Лен. Отлично, хоть будешь ходить как человек. Да я Машке хочу сюрприз. Да, понятно, сюрприз. Так, в общем, Кате мы взяли еще вот эти скетчерсы. А ты же сказал, скетчерс ты не любишь? Я, да, ну, Катя, самый раз ты посмотри, Вов. На самом деле, это обувь очень хорошая. Это удобная для ребенка. Мы старшим детям, когда они были маленькие, только такие. Да, брали, так они у нас они и учили... не научились завязывать. Кстати, здесь видишь, что да, они все matching washable. То есть они все можно... Можно все в машинке да. А я все стираю в машинке. А, вот это наша покупка. Держи. Да, у нас, знаете, как такой, выбираешь кроссовки, доченька там, или там Лена, давай тебе купим кроссовки. Да. Ну, если что, я собака буду в ней гулять. Знаете, у меня сразу такое чувство внутреннее, такое, как помнишь, горячие головы, когда он там говорит, вот я копил в течение 20 лет, накопил тут... $20,000, хочу вам их пожертвовать. Она говорит, о, отлично, спасибо большое. Как раз, говорит, я в лотерею выиграла недавно 2 миллиона, и поэтому с удовольствием просажу их на шляпки. Вот у меня вечно такое же чувство, когда я такой выбираешь, думаешь, ну, купите вот какие-нибудь хорошие кроссовки. Они говорят, да, спасибо большое. Ну, если что, я буду с ней с собакой гулять. А я тут весь в коробках иду. Ну, Лена, все, пойдемте, ладно. Теперь посчитаем на кассу, сколько это стоит. У меня будет сейчас шок. У него много носков. Почему ты все время нет? А, у тебя, на себя возьми. Смотрите, какие кружки. Вов, у тебя с кружками беда. Ты не хочешь вот такую взять?
Носки Будвайзер. О, какой размерчик. Как пиво. Король пива. Будвайзер. Мне кажется, что ладно, детям мы не будем носки Будвайзер покупать. Ну да. Все поперепутается. Вот классные, как они. Вот они. Да, давай вот смотри. Это здесь сколько по. Ты все-таки взял носки, что ли? 8. А 6? 6. Да, давай, наверное, знаешь, что не Пума, а вот это возьмем Under Armour. А сколько штук там? Тоже 6. Тоже 6. Дешевле, дороже, сколько они стоят? $8. Друзья, мы вышли с кучкой, вот с такой кучкой. Да. И нам оформили, короче, ребята. В общем, хитрая математика, я понимаю. Что... Сюда говори, тебя не слышно. Сейчас, я подожду. Давай сядем в машину? Да, давай. Давай. Какая? Она у меня здесь. Так, сейчас все вам расскажем, все покажем. Да, в общем, мы покажем. Нам предложили прямо на кассе оформить, короче говоря, кредитку. В общем, сделали... По ней сразу 10% скидку, 5% кэшбэк. А, в общем, вот такая штука. Ну вот, в принципе, тоже, да, тоже написано. То есть сегодня то, что мы оформили, вот 10% получили скидку, и у нас вышло $164. В общем, теперь мы... Правда, единственное, пока сейчас надо будет разбираться, в общем, как это дело все теперь. Мы на самом деле попросим помощи у наших подписчиков. Может быть, нам кто-то разъяснит поподробнее, что короче, это такое. Короче, денег с нас не взяли. Не, ну мы, естественно, ввели свой social number там и прочее. В общем, кто пользовался, ну, ребят, расскажите, насколько. Потому что я посмотрел, да, на все покупки 1% кэшбэка, 5% кэшбэк, если мы в сети, вот то, что TJ Marshalls и прочее. И 10% на первую покупку, ну, замануха для покупки. Соответственно, он учитывает то, что у нас как бы была приличная покупка такая, да, то есть мы... На сколько у нас покупка? Ну, у нас итого вышло 164, соответственно, ну, было где-то там... $164. Да, соответственно, где-то было, видимо, где-то примерно на 180, то есть там где-то вот так. А, мы еще, кстати, сделали возврат здесь наших первых розовых кроссовок, которые взяли в прошлом Маршалсе. Да, да. Мы не знали, что можно в одном Маршалсе купить, в другом сдать, теперь знаем. Да, мы просто спросили, мы хотели вернуться туда, сейчас там по дороге вон у нас возле дома. И, в общем, она говорит, без проблем, давайте здесь. То есть, тут... Вот, друзья, скажите, пожалуйста, вот кто знает, кто в Америке, это только в Marshalls так можно в одном магазине купил, в другом сдал? Или либо это касается всех? Walmart, Target, скажу про автосалоны Costco. И собственного опыта. Можно везде. Купил машину в одном салоне, сдаешь в другом? Не сдаешь. Что? Сдаешь это чересчур экстремально. Хотя, если у тебя косяк, то, в принципе, по-моему, Лимон называется, да, вот это... программа, по которой можно сдавать. Но не в этом дело, нет. К тому, что если я купил, у меня есть общее правило, например, на вот эту Акуру, то я могу в любом салоне ее обслужить, все сделать. То есть все условия, которые предоставляет сама марка, в любой точке Америки я могу ее получить. Короче, все, о чем бы мы ни говорили с Вовиком, у Вовика всегда все скатывается к машинам. Ну, потому что это единственное, в чем я, как бы, варюсь. В плане покупок, действительно, по Маршалсу, я честно, я не знаю. То есть, как она нам объяснила, что мы сейчас сразу оформили, я единственное не понял, как нам опрувнули сразу же кредит. То есть, ну, например, да, понятно, да, что... Да, вообще, ты знаешь, еще давно я читала и вот, смотрела, извини, блогеров. Извини, перебью, покажи, вот майки с американскими флагами, которые во все пузо, везде, на боках и прочее, не только я ношу, это здесь, я когда пошутил, все подумали, что я стебусь, я не стебусь. Здесь у нас Naples, это просто буквально униформа, ребята, понимаете, да, люди, да, просто все подряд ходят... Увешаны флагами. Да, увешаны машины, флагами, дома. Машины, дома, правда, шапки, майки, это просто такая вот фишка. Ну, культ поэтому. Флага, на самом деле, в Америке культ флага. Не везде, а это, но у нас в городе это реально просто фишка, то есть это прямо, ну, поэтому вы простите в плане того, что прям, знаете, как некоторые просто так реагируют, как будто я там специально делаю, да нет. Ну, это действительно по фану, просто прикольно. Угу. И как бы, блин. Да, друзья, а кто в курсе, особенно те, кто... Особенно те, кто, наверное, живет здесь, в Америке. Я, насколько вот знаю... У меня, сорян, у меня кровь течет. Масло не приложила, ну. Да. Кто в курсе, насколько вот я знала еще до Америки, смотрела и блогеров, и вообще читала, что лучше не брать нигде никакие вот кредитные вот такие вот карты в каких-то магазинах. Что типа это разводилово, будете еще больше должны, и там вообще какие-то подводные камни и течения. В общем, кто знает, реально это так или нет. Нет, то есть мы, конечно, сейчас совершили ошибку, что мы взяли вот эту вот кредитную карту. Нам предложили, нам объяснили там, насколько мы поняли, какие прелести этой кредитной карты.
Мы не... такие говорили, она говорит, да-да-да-да-да, я говорю, ага, говорит, ага, вот так, и все. Боже, было весело, да, в общем, мы приготовили карту расчета, он говорит, вы все рассчитались уже, все хорошо, бай-бай. В общем... Я говорю, оплата, она говорит, А вы уже до свидания, хотели? Все придет на почту. Давай, до свидания, да. В общем, что это было, что это за фокус-покус, вау. Друзья, вы только посмотрите. Посмотрите, да. Муж с женой поехали вот нормально, как люди. Ой, сейчас сюда повернется. Скрамблер. Круто, круто. У них, видимо, фамилия может быть Скрамблер, потому что почему он Скрамблер джип, я не знаю. В общем, друзья, если не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это вообще за разводилово такое и разводилово ли это вообще. А так... Что? Я тебе скажу, что у меня имеются все карты. У меня имеется кредитная карта Amazon. Понятно, понятно. Ну, правда, с небольшим лимитом. Тоже там еще, знаешь, не пойми, вот, что потом, у тебя каждый раз. Ну, подводно, если кто-то знает камень. Короче, да, что теперь проценты. Делать с этим надо? Вернуть, может, ее и забыть. Поехали вещи слов. Обратно. Либо, да, либо это классная штука, и можно ей пользоваться и дальше. И... Вообще, кредиты, ребята, классная штука, и можно ими да. пользоваться. Верно, да. Я именно про супермаркеты. Я как человек всю жизнь живущий в кредит, такое. Точно об этом знаю все. Да. Все, друзья, с покупкой нас наконец-то мы нашли все, что искали. И обувь, и лосины, и футболочки, и вообще много всего еще. И сейчас поедем делать сюрприз для нашей Машки. А мы же взяли кроссовки, да? Да, взяли. А то папа мог выложить тихонечко. Чего это я выложил? Шучу, шучу. Это я, так это я обычно я так делаю. Вот именно, раз, а потом его выбрасываешь, тихонечко ушел. В общем, поехали делать Машке сюрприз. Сейчас посмотрим на ее реакцию. Если она скажет, я вообще такое не ношу, ну, придется мне донашивать. Мне понравились. Я так и сказал, что бери для себя, а там уже как карта ляжет. Потому что, скорее всего... Ну, может, Машке понравится. Ну, реально, реально, я скажу, что девочки выбирают. У Маши, кстати, очень хороший вкус в плане одежды. Я хотела именно сюрприз сделать. Вы сейчас, скорее всего, напишите, что же вы ей не показали, не позвонили. Да, но хотела сделать сюрприз. Честно, вот просто сюрприз. По рюкзаку Вовик как бы вот так сделал. А я хочу сделать. Потому что сюрприз. Я бы взял точно рюкзак. Тебе же рюкзак не донашивать? Я бы, не видел. Да, он как-то выехал. Я бы взял рюкзак реально другой, который мне реально очень понравился. А по факту... Ну ты же его донашивать не будешь, а я могу кроссовки носить. Ну да, рюкзак как бы пришлось бы вернуть просто. Да, не, ну благо, что можно сюда поехать сделать. Вернуть, поэтому вот эта опция мне очень нравится. То есть, когда, в принципе, ну, ты взял, если что-то тебе действительно не подошло, ну, вернул, да. Все, никакой проблемы нет. А мы с девчонками, в принципе, всегда носим шмотки друг друга уже давно. Сначала с Лизой, неправильно она говорит, не они носят шмотки друг друга, а все девчонки дети. Носят Ленины вещи, шмотки, потому да. что она реально не пользуется популярностью, только ее серые штаны, и то не всегда. Вот эти 100% отберут. Эти могут отобрать, да. Потому что как только она покупает себе нормальные вещи. Вот такими буквами бренд написан, конечно, заберут. У меня по-любому, как бы, у меня половины перетаскали вещей и Май, который, да, некоторые там Лёва с американскими флагами. Не дорос до тебя, и, скорее всего, Лёва не таскает, Лёва плевать. Лёва одни шорты достанет, и только зашкваренный где-то вот там вот уже. Ему вообще насрать на это. Ну, реально. Ну, носки, трусы, они вечно путают друг друга. А как бы, если говорить о девочек, то есть майки у меня таскают. Единственное, что не таскают, американские флаги. Поэтому я себе накуплю еще американских флагов. У меня их никто не забирает, поверьте мне. Никто, кроме меня, этого не носит. Но ты меня все равно не поймешь, потому что у вас со старшим сыном пока и будет, скорее всего, разный размер. А у нас вот с девчонками он уже перерос, совпало, уже. Что мы носим вещи друг друга, и они нам реально все как раз... Ладно, что-то мы опять с тобой болтаем, блин, аж на много-много минут. Кто меняется вещами с детьми, признавайтесь? Кто дожил до этого, да, что с детьми один и тот же размер? Кошмар вообще. Недавно Лизочка на коленочках сидела. Сегодня только вспоминали, как Катюха в школу идет, такая маленькая. А ведь Лизочка недавно еще пошла в школу только. А, вы знаете, а еще хотел, ребята, вот прямо, мне прям, вы знаете... Вчера, по-моему, или сегодня, вот не помню точно, читал комментарии. И хочу сказать, вы знаете, прям охота записать отдельный ролик, только с большой-большой благодарностью. Нет, а потому что какой-то был ролик, вот я не помню, вышел на тему чего там, что-то мы там показываем в школе, короче говоря. И показывали дом, по-моему. В общем, столько, такое количество именно положительно теплых комментариев. Ну, вы знаете, не часто так бывает, что в такой
в унисон прям все одновременно писали положительные слова. Да забанены, потому что все хейтеры. Не знаю, нет, ребята, спасибо огромное. Вот в этом ролике я прям вам вот от нас большое спасибо, потому что очень-очень было приятно читать. Вообще, когда люди поддерживают, это всегда приятно. Да. Так, ребята, критика, я всегда говорю, что критика воспринимается нами категорически положительно. Все, поехали делать Машке сюрприз. Посмотрим. Обрадуется всем только Милаш. Так, ладно, мы как-то Милаша радуется всему. Ушли мы радость, пришли мы еще больше радость. Не принесли ничего, все равно радость. Точно, да. Ладно, все, поехали. Болтаем и болтаем.